В Костанае поставили точку в громком деле по взрыву на СТО. Суд признал виновным предпринимателя. ЧП произошло почти 4 года назад. Тогда пострадали 7 человек. Двое находились в тяжелом состоянии в больнице. Из-за взрывной волны почти все двухэтажное здание обрушилось и сгорело. Судебное следствие установило, что предприниматель осуществлял установку, регулировку и обслуживание газобаллонного оборудования без согласования проектно-сметной документации с уполномоченным органом, а сотрудники не имели профессиональных знаний в этой области. Из-за взрыва газовоздушной смеси пострадали автомобили и люди. Сумма ущерба составила свыше 9 миллионов тенге. Прокурор попросил назначить владельцу СТО 3,5 года лишения свободы, но суд учел то, что ранее мужчина был не судим, а пострадавшие сотрудники не настаивали на лишении его свободы и назначил менее строгое наказание. С приговором предприниматель и его защита не согласны и будут его обжаловать. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании статьи 3 пункта 1 Закона Республики Казахстан об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан назначенный срок наказания сокращен на 1/2 часть и окончательно определено к отбытию 1 год лишения свободы. Назначено наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок наказания